Да. Я помолюсь особенно за рак, но и не только за рак, но и за остальные. То, что я вижу, очень трогает слышать эти свидетельства еще с прошлой ночи, то, что люди исцелялись и спасались. И просто веруя в Слово Бога, не нашей силой, но именем Иисуса, мы пришли сюда исповедовать и провозглашать благодать Божию на ваше теле. Это то, что сделал Иисус. Он на кресте Он победил болезни, победил смерть. Все дела дьявола Он победил. Нет ничего в вашей жизни, то, за что Иисус уже не заплатил. Так что все, что бы ни шло против вас сегодня, болезнь или любая другая работа дьявола, депрессия, что бы он ни делал, я хочу сейчас провозгласить, что оно уже было побеждено крестом Иисуса Христа и кровью Агнца. Поэтому сейчас мы помолимся и будем верить в прорыв и большее количество исцелений, которые будут происходить. Сейчас идет помазание большое, которое проходит в ваш дом, в ваши семьи. Семьи будут восстановлены, семьи будут освобождены. Отец, я молюсь за семьи сейчас, чтобы они испытывали силу Твоего присутствия, которая приносит восстановление и исцеление. Благодарю за то, что ты прикасаешься к людям с раком. Мы сейчас связываем эту болезнь. Мы связываем всякую опухоль во имя Иисуса Христа. Приказываем ему умереть в телах людей во имя Иисуса Христа. Я приказываю любой опухоли умереть во имя Иисуса Христа. Я связываю любую болезнь, каждую раковую клетку во имя Иисуса Христа. Отец, проведи восстановление клеток, проведи восстановление крови. Проведи восстановление от лейкемии во имя Иисуса Христа. Я связываю лейкемию сейчас. Людям, которые сейчас тяжело, во имя Иисуса Христа, будьте исцелены вашей кровью во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю свободу в каждой клетке вашего тела во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что ты открываешь глухие уши, что ты прикасаешься к позвоночникам, к шеям. Я вижу, что кто-то был в аварии, которая повредила им шею. И сейчас сила Духа Святого касается этой шеи. Вы будете сейчас чувствовать силу, тепло у вас на шее. И диски на вашей шее будут исцелены во имя Иисуса. Есть сила творческих чудес, которые происходят сейчас в вашей шее во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены во имя Иисуса. Мы провозглашаем и связываем мигрени, приказываем мигреням исчезнуть во имя Иисуса. Если вам очень нужно чудо, сейчас прямо положите вашу руку на больную часть вашего тела, где бы она находилась. Я хочу, чтобы вы сделали акт веры. Есть сейчас открытые небеса здесь, в этой студии. И это открытое небо приходит в ваш дом, в вашу семью, в вашу жизнь. Поэтому сделайте это сейчас вместе со мной, во имя Иисуса. Положите вашу руку на то место болезни. Мы сейчас будем провозглашать силу Бога. Отец, во имя Иисуса Христа мы провозглашаем сейчас слово исцеления над каждым, кто болен. Мы сейчас провозглашаем во имя Иисуса, что дух болезни уходит во имя Иисуса. Мы связываем болезнь, связываем и приказываем каждому колену быть исцеленным, каждой ноге быть исцеленным, каждой связке быть исцеленным, каждому уху быть исцеленным, любым болезненным кондициям. Генетические болезни исчезают, гены сейчас исцеляются. Господь делает творческие чудеса во имя Иисуса Христа. И сейчас сила Бога проистекает через телевизор во имя Иисуса Христа. Принимайте силу Святого Духа. Принимайте прикосновение Бога в вашей жизни во имя Иисуса. Будьте исцелены прямо сейчас. Я чувствую это, оно проистекает. Оно как сильная река, как река Духа Святого.
пресекает из вашего дома. Я провозглашаю сейчас силу имени Иисуса в вашей жизни, в вашем теле. Вставайте в вере. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.